Друзья, всем привет, это Валерий. Сегодня мы приехали с семьей отдыхать вот на такой пляж, называется Dana Point Harbor. Вот такие здесь замечательные пейзажи вокруг, удивительные дома с видом на океан. Бесплатная парковка здесь. И чем хорош этот пляж, здесь имеется вот такой лягушатник. Сейчас я вам покажу. Для детей просто здесь раздолье. Небольшой пирс. Я извиняюсь за небольшую тряску. Не приобрел еще стабилизатор. Стоит вот такой парусник. Не знаю, он, по-моему, выходит в море. Это не памятник. Вот такой замечательный лягушатник здесь для детей. Много раз я уже об этом говорил, что ни разу мы с семьей, конечно, не жалеем за те аскезы совершенные, которые мы предприняли при переходе через мексиканскую границу. Все это сторится и окупается вот таким комфортом, вот такой красотой кругом. Конечно, и океан здесь дает релакс очень хороший. После рабочей недели приезжаешь, отдыхаешь, купаешься. Морская вода освежает очень хорошо. Пляж благоустроен, там вдалеке есть домик такой, там душ, туалет, зоны барбекю, можно привезти с собой ланч, что-то приготовить, пожарить, покататься на бордах, вот как этот мужчина пытается погрести немножко. Вот. За причалом там очень много людей занимается виндсерфингом. На сегодня все, дорогие друзья. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать. И я попытаюсь вам предоставить самые актуальные новости из Америки. Всем удачи!